Данил. Данила я видел до рождения, когда он был в животике еще. После рождения и сейчас. Да, Данил, мы с тобой прямо близко знакомы. Ну, на самом деле, вот со многими из вас я знаком уже очень много лет. Кого-то я вижу впервые, и я рад знакомиться с вами. И так или иначе, вообще все начиналось с личностного развития. То есть сначала я, как, в общем-то, молодой доктор, я занимался поиском рецептов выздоровления людей, потому что занимался иглотерапией, и реально вот этот вопрос, а что же такое здоровье? Что же такое, как найти рецепт, который позволяет людям быть здоровым? Он действительно интересовал меня. И я жил в постоянном поиске. То есть, несмотря на то, что я был молод, я, в общем-то, ну, как-то успевал везде, ходил в ночные клубы, курил, пил, но при этом мечтал о том, чтобы вот найти вот этот вот ответ на вопрос, что же такое здоровье, потому что меня интересовало это профессионально, как врача. И вот когда честно идешь в решение этого вопроса, то пути приводят к духовности. И в конечном итоге так я встретился с буддизмом вначале, Дзогчен, встретил духовного мастера. И вот после встречи с ним как-то у меня вопросы такого личностного плана, они растворились. И возникло ясное понимание, что все ответы, вот касающиеся в том числе и здоровья, они лежат в духовности. Но духовность — это тоже такая очень большая сфера, в которой можно потеряться, и в данный момент очень много направлений. И вот открываешь интернет, сейчас очень много информации идет. Люди вот этого нового тысячелетия, они умеют делиться. Ну, может быть, в какой-то степени это рекламный ход или определенная стратегия маркетинга в каких-то случаях. Но так или иначе, мы соприкасаемся сейчас с тем, что информация выкладывается свободно. Свободный доступ к информации. И другое дело, теперь все зависит от той внутренней мудрости, которая есть у каждого из вас. Что такое, на мой взгляд, мудрость? Мудрость – это внутреннее знание, которое присуще нам с самого рождения. То есть вот я много путешествовал, и я встречал людей, которые никогда не курили и не пили. И я в своей жизни прошел через это. Я курил, пил, и был в каких-то компаниях таких сомнительных. Но вот я встречал людей, которых туда и не тянет, и не тянуло никогда. У них уже есть внутренняя мудрость. Они говорили, я всегда спрашивал, а как, вот вы даже не пробовали ни разу, чтобы покурить там? Они говорили, нет, мне это не интересно, мне это не, я знаю, мне это не нужно. В 16-18 лет они уже твердо очень вот так вот говорят. И это внутренняя мудрость, у них есть вот этот ориентир на чистоту внутреннюю. И точно так же выбор направлений. Выбор направления в духовности зависит от вашей внутренней мудрости. Если у вас эта внутренняя мудрость есть, вы сможете выбрать направление наиболее близкое к истине. Потому что... Здравствуйте. Потому что на самом деле количество направлений строго соответствует вот этому потребительскому запросу. Строго зависит от уровня сознания людей, которые в данный момент что-то ищут. И каждый человек ищет согласно своему сознанию. Вот если у человека внутри есть склонность к садомазохизму,
то он обязательно найдет направление, такое направление, где есть такие элементы. Да? И, а почему бы нет? Вот, вы же смотрели фильм «Код да Винчи», он себя стезал, да, там, ну, если кто видел, я его видел давно, и вот просто запомнил этот отрывок, и он был совершенно вот конгруентен и в том направлении, и в той вере, он верил в то, что, во что ему необходимо было, и он вот находил такой момент. Если люди полны любви, они выбирают путь девоти, то есть это преданность. Это поклонение мастеру. Я видел очень много таких людей. Когда попадаешь в поле таких людей, действительно все раскрывается. Эти люди очень открыты. Они излучают любовь, и у них есть потребность любить и выражать свою любовь. Они находят таких мастеров, и есть мастера, которые проводят именно таким путем. Есть люди, которые не доверяют. Ну вот у них есть и страх обмана. Я встречал очень много таких духовных ищущих, которые везде, они вообще везде тусуются, ходят, но никому не верят. У них есть на все свое мнение, и они считают, что все учителя это, ну, можно сказать, это обман, это развод, это что-то подозрительное. И они ходят сами себе, как кошки, как коты, путешествуют, странствуют. И тоже, почему нет, тоже можно таким образом. Все зависит от того, как вы пришли в этот мир, с какой наполненностью. Но вот если вы верите в теорию реинкарнации, потому что не все воспринимают ее. Вот, допустим, я последние 6 лет слушал мастеров-адвайтистов. Адвайта не принимает концепцию реинкарнации, перевоплощения. Но, тем не менее, если вы слышали, что Будда, он в какой-то момент говорил, что, ну, по крайней мере, опять же, это пересказ кого-то, тех учителей, которых я слышал, говорили, что вот в момент перед просветлением он видел много жизней. Но это уже немного реинкарнация, да? Прежние свои воплощения. Но я допускаю, хотя вот буквально недавно меня спросила Ирина, а вы верите в реинкарнацию? На самом деле я ни во что не верю. Потому что любое верование это подразумевает придерживание какой-то концепции. Концепция исходит из ума. Ум. Это не есть реальное. Это есть проявление реальности. Но это не есть реальность. И поэтому любая концепция имеет место быть как проявление реальности. Абсолютно любая. Почему? Потому что она уже есть. Если человек произнес эту концепцию, она есть. Мы не можем с этим спорить. Для кого-то нужно это, для кого-то нужно это. И если человек верит, то это работает. Абсолютно все работает, если вы верите в это. Абсолютно все. Вот я... С 17 лет связан с медициной, и вот после 23 лет, и первый мой опыт после окончания института, я познакомился с народным целителем Приваловым, который работал в Находке, я не знаю, сейчас, может быть, он до сих пор здесь проводит сеансы, но я видел очень много разных методов за свою жизнь. И я обучался очень многим методам. Раньше я был очень падок. Вот если я вижу, там прикладная кинезиология был чудесный метод. Помогает и вот исцеляет людей. И реально очень хорошо, глубоко работает. Расстановка семейная, метод тоже, да, тоже помогает. Но в конечном итоге ты понимаешь, что люди, которые пьют воду, а которые прикладывают, ну и тоже пьют мочу, да, а вот когда омега, мой отец был болен раком, в Индии я встретил, мы в ашраме, в общем, как-то случайно познакомились с индусом, и он, вот у него на лице такой философ, такая философская печаль. И вот у него была жена с детьми и любовница из Европы. И вот он все печалился о том, что любовница... хочет порвать с ним отношения, потому что ну, как-то ему нужно выбирать, а он не может выбрать, потому что семью он тоже не может бросить.
И вот он мне говорит, пожалуйста, молись за меня. Ну, пожалуйста, молись за то, чтобы... Ну, вот просто молись. Ну, я говорю, конечно, я буду молиться. Он мне написал имя этой любовницы, как ее зовут. В общем, обязательно повторяю ее имя. И, собственно говоря, человек очень открытый. Вы знаете, на самом деле, это не зависит от просветленной или непросветленной. Есть очень много людей, особенно вне духовных течениях, очень простые, очень открытые, очень задушевные. Вот в Таиланде у меня есть друг Чая. Это просто какой-то уникальный человек. Но он не духовный человек, он не знает, что такое, знаете, там, духовный путь. Он просто мусульманин, и он придерживается этой религии. Но, а так, сам по себе, он просто очень открытый человек, с очень открытым сердцем. И вот тоже вот это такой человек. И я говорю, ты знаешь, а вот у меня... Тогда сейчас отец болен раком, и вот мог бы ты помолиться за моего отца там. Он говорит, о, тебе нужно взять коровий помет, добавить каплю туда-то и давать своему отцу. Ну, то есть вот он дал мне рецепт, и говорит, вообще помогает. То есть 100% поможет. Ну, вообще же в Индии считается коровий помет очень священный. Они мажут вот эти вот дворы, дома. И, знаете, на самом деле это так срабатывает. Во что ты веришь, то начинает работать. Абсолютно без разницы. Вот на чем строится... Ведь в медицине этот эффект известен, эффект плацебо. Да? То есть дает 50% пустышку и 50% препарат, который рассказывает, как действует. И в обеих случаях это работает. В обоих случаях это работает. Поэтому вот... Как сказать, вот, ну, кому куда идти? На самом деле мы думаем, что мы выбираем, но в тот или иной момент, когда с нами происходит этот выбор, на самом деле это просто случается. Вот, как вот так вот объяснить, почему люди одни идут туда, другие идут туда, третьи оказываются там? Вообще, на самом деле, я никогда не думал, что... Ну, вот, вот этот мой поиск здоровья приведет вот к такому, да, причем еще вот к просветлению, которое, собственно говоря, я никогда об этом и не думал, меня это абсолютно никогда не волновало, и более того, вот эти люди, которые были озабочены этим, они меня несколько отпугивали, ну вот они мне были, может быть, как и я сейчас, определенным людям, немножко странен, но они мне казались немножко, знаете, странными, такие люди, вот которые... оторваны от реальности бытовой жизни и озабочены каким-то неким пресловутым просветлением. Но вот однажды я заметил, что сижу среди этих людей. Все тоже, знаете, вот там в таких аудиториях по 1000 людей, ну вот в таких местах я был. И я понимаю, что вот все, я уже здесь, и меня уже тоже волнует эта тема просветления. Ну, по крайней мере, она не напрямую волнует, но я понимаю, что это, ну, это то, что как этап пути. Это должно неминуемо произойти, если я отдаюсь этому пути. И поскольку, видите, наверное... Еще очень многие вот ребята, с которыми я встречался за границей, они очень часто говорили честность, нужна внутренняя честность. И я всегда думал, что ну вот я, наверное, самый такой, тот, кто самообманывается. Но на самом деле сейчас, по истечению времени, на самом деле у меня эта внутренняя честность, она была всегда. То есть я мог сам себе всегда признаться в своих вот этих вот темных сторонах. Я их видел, я их замечал. Я не пытался строить иллюзии, что, ну, типа, как будто бы... Я понимал, что я курю, ну, вот на тот момент, когда я лечил других людей, что я выпивал. И иногда напивался так, что, в общем-то, потом было плохо. Но одновременно я понимал, что я эти вещи делаю, и что во мне что-то есть, что нужно искать. Ну, может быть, то, что заставляет меня эти вещи делать. И вот эта внутренняя честность, ведь я сразу понял эту идею, когда ну, вот в 90,
2008 году, наверное, я встретился с Толтекским путем. Это то, что описывает Карлос Кастанеда или Теон Морец. Кстати, Теон Морец ушел из тела года два или в прошлом году. Очень интересно, он очень важные книги написал. Он немножко по-другому осветил то, о чем описывал Кастанеда. Если вы читали, может быть, вы соприкасались с этими книгами. Вот. И я очень сразу четко понял, что да, есть эти четыре экзистенциальных страха. Страх смерти, страх свободы, страх бессмысленности и страх одиночества. И часть из них я у себя отчетливо чувствовал. И то же самое одновременно я однажды почувствовал эффект трансформации. Однажды, когда я чувствовал сильное одиночество, но это я уже был, знаете, зрелым, то есть я уже понимал вот эти защиты, которые не дают почувствовать одиночество, я уже умел откидывать. Ну, вот эти все развлечения, уже я понимал, что и курение защита, и спиртное защита, и там попытка, ну, вот разнообразие сексуальных отношений, это тоже защита. И вот эти все мои походы в ночные клубы и так далее, это все были защитами от одиночества. И вот когда у меня однажды получилось трансформировать, причем сразу же это получилось, вот почему я стал приверженец этого пути, однажды, когда мне показал мастер, как можно трансформировать это одиночество, у меня получилось трансформировать одиночество, и вместо этого одиночества появилось очень много любви, свободы и пространства. И я понял, что вот я могу это сам сделать. То есть не нужно никому ходить, не нужно никаких там психотерапии и так далее. Что это всегда с тобой, ты можешь просто сесть, ну и с помощью определенных техник, направлений внутрь себя, трансформировать это. И вот с тех пор, ну это для меня стало как игра. То есть как только я чувствовал одиночество, я понимал, что... Да, конечно, я рефлекторно защищался еще. И вот, но в определенный момент я понял, что только туда нужно идти. Только туда. И я, знаете, я вел очень много дневников. Вот сейчас тексты, вот мы сейчас работаем с волной, первой книжки, она делает картинки, обложки. Но до появления этих текстов, потому что тексты пошли уже, когда сознание очистилось. Вот этот весь мусор такой, он очистился в дневниках. У меня было очень много дневников, я писал, я записывал. И вот я всегда помню, как я выбирал. У меня было очень много возможностей в жизни, вот таких материальных возможностей, карьерных возможностей. Но я всегда выбирал путь, ведущий к свободе. Потому что всегда вот эти материальные возможности, карьерные возможности, они немного ее ущемляли. Они ее ущемляли, и они были направлены на нечто другое, что мне было не очень... Но я чувствовал, что это... Ну, я не могу себе предать, что мне нужно туда. И было страшно, конечно. Почему? Потому что, ну... Ты как будто бы теряешь определенные перспективы, ну вот там как-то это же общепринято быть успешным. Кстати, знаете, да, что вот этот сейчас очень распространенная, как она, концепция успешности, это маркетинговый ход 20-х годов. В 1920 году маркетологи изобрели вот такой способ, как зарабатывать деньги, выдвинули идею успешности. Сейчас эта маркетинговая идея пронизывает все. Но на самом деле это очень такая хорошая ловушка, потому что успешность, она в дуальности. И вот я буквально, потому что сейчас мне приходится вот выкладывать, ну, соприкасаться с интернетом, смотрю, очень такая респектабельная компания, перформанс, как-то вот так вот, очень такой представительный человек, очень хорошо говорит, очень такие, ну, люди, вот таких людей очень много, которые хорошо говорят и которые сердечные люди, анахатные, они очень хорошо собирают аудиторию, их приятно слушать, но куда они заманивают? И вот он говорит, что только здесь вы найдете точную, очень быстро причину, почему вы были в успехе, но его потеряли. У вас есть причина, почему вы теряете успешность, почему вы теряете успех.
И мы вас научим точно находить эту причину и снова возвращаться к этому успеху. Стоп. Пока вы выделяете успех, неуспешность будет всегда рядом. Она будет преследовать тени. Но люди будут этим заниматься 5, 10, 15 лет. Ну, пока они в конце концов не поймут, что что-то все время становится лучше, 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 но вместе с этим лучше и лучше всегда сопутствует ну, какая-то проблема, хуже, хуже и хуже, да, что-то новое. Поэтому очень важно видеть вот эту ловушку дуальности. И на самом деле ответ-то очень прост. Все знания нам даны уже без всяких глашатаев и проводников, и бесплатно причем. Но не надо платить денег. Как вот один игрок говорит, ну это же вот сейчас столько много, и ж каждому нужно платить деньги. На самом деле вам все дано уже, но почему-то вы это не видите, или у вас нет времени на это. Вот он, настоящий момент прямо здесь. Не надо никуда идти. Прямо перед вами абсолютно все, цветы, ну, по крайней мере, природа, небо. Небо показывает, как все устроено. Что ваши эмоции, ваши мысли, ваши чувства – это облака, это временность. Они приходят и уходят, проплывают. Не обращайте на них внимания. Ну, позволяйте этому быть, это естественно. Все абсолютно естественно. А небо само, оно неизменно, вот кто вы. Вот что нужно найти в себе. Конечно, мы все идем вот по этому ложному пути. Сначала становление, стать кем-то, быть кем-то. Я в этом был тоже достаточно длительное время. А потом так интересно было, ведь, ну, то есть я же был образован, то есть я закончил медицинский университет. Потом столько специализаций, ну, как примерно Фея сейчас чем занимается, я этим тоже занимался. Ездить по всем семинарам, там, собирать, слушать одного мастера, другого. То есть это был период до моего пробуждения. То есть у меня, знаете, там вот стол, там куча сертификатов всяких, ну, вот я так и написал как-то в блоге, а сейчас все это лежит в тумбочке. Ну, то есть я-то еще тогда, ну, это же вывесишь, если на стенку, люди придут, увидят эти сертификаты, у них же сразу доверие, ну, то есть, ну, как бы это все надо показывать людям там. Но потом, вот, когда со мной случилось пробуждение, а пробуждение со мной случилось, вот, потому что я следовал вот этой, ну, идее, которую я понял, что если выходить дальше за это одиночество, если выходить дальше за этот страх смерти, то ты неминуемо встретишься с тем, что на самом деле все ищут. На самом деле все убегают от этого места. Я же бежал туда. И, понимаете, у меня было очень мало единомышленников, потому что туда бежать никто не хочет. Поэтому в основном я проводил время в уединении. Я встречал, ну, может быть, встречается 1-2 человека, которые тоже бегут туда, но немножко другим способом. И такие вот это случилось. Причем случилось, знаете, так неожиданно, когда у меня, ну, как бы не было времени на это. То есть это было в Москве, в гостинице. Я вот очень любил там на экскурсии ходить, там, в театры, учился на режиссерско-актерском курсе и как-то вот стал понимать, что такое театр, что такое постановка, видение режиссера, ну там как вот. Немножко это нас учили, потом актерская игра, что там нужно смотреть. Плюс у меня все как бы случилось банально, просто у меня был камень в почке, и камень стал выходить. До этого я уже где-то камня 3 вышло, ну до этого, там с разницей в год, в 2. Это реально очень больно, ну то есть такой процесс. Но вот в этот раз у меня была открыта миссия, вот мой учитель по эриксоновскому гипнозу, Михаил Гинзбург, он москвич. Кстати, он привез в Россию эриксоновский гипноз. Французы, у нас в России французская школа, французы он привозил. И он был переводчиком, и первым, ну как бы, и он сейчас является основным гуру эриксоновского гипноза в России. Он в Питере обучает, в Москве, приезжал в Владивосток, вот нам просто повезло.
Кузьмина Жанна, кстати, организовывала, вот если она, может быть, увидит. Она, кстати, чемпионка России по боулингу из Владивостока. Ну, в каком-то году она выиграла. И вот во время открытия миссии я пережил опыт того, что когда тело умирает, на самом деле ты не умираешь. И это ты реально переживаешь в момент. Кто открыл миссию, вы это тоже пережили, да? И вот после этого у меня ну, такой вызов в жизни появился. А теперь я не боюсь смерти. И, но это был вызов как бы ну, вот этой вот пробуждающейся части, а спящая часть все такая боялась и ее сковывала. Это же страх очень большой, вложенный. Инстинкт самосохранения — это же самый первый инстинкт, самый сильный инстинкт. И вот чтобы пережить страх смерти, нужно выйти за рамки этого инстинкта. Переиграть рефлекс этот. Это, ну, поэтому, может быть, немного людей, вот как Гортензия задавала вопрос, да, почему единицы просветляются. Потому что, в принципе, все даже понимают, вот мы сидели, мастер, один сидит мастер, все понимают, но готовности нету пойти туда. Как пройти через тот страх, когда, если вы подходите к нему, мне пришлось пережить вот этот момент, когда все мое тело сковало судорогами. Вот это был тот момент, пик, когда я проходил это вот. Либо нет. Либо ты пройдешь, либо ты навсегда испугаешься и больше никогда не отважишься. Причем мой мастер сидел рядом, ты его видела, Богдан. Такое безжалостное лицо. Абсолютно безжалостное лицо. Ну, то есть вот... И вся вот эта вот моя жалость к себе, там попытки, ну, чтобы мне там помогли как-то, ну, вот выйти из этого состояния или как-то. Но потому что я был игрок, я же занимался этими техниками выслеживания очень долгое время, сразу выследил страх смерти. Страх. И я сразу вспомнил, что ни в коем случае не надо, и потому что я вижу, что мастер сам себе не собирается никак помогать. Он просто реально сидит и смотрит так безжалостно. Но это традиции... шаманские традиции. То есть там тебя так выкидывают, и ты там должен сам справиться. Да. И все сковало. То есть и он у меня что-то спросил, и я удивился, что я даже говорить не могу, потому что все было в судорогах. Но одновременно я вспомнил, что когда у меня была почечная колика, ну и вот камень выходил, во Владивостоке, я помню, один момент был, я пытался вызвать скорую, я тоже не мог говорить, у меня было точно такое же онемение всего и судороги. То есть подспудно уже освобождение от этого страха началось раньше. Но это было за 8 лет где-то так. То есть я вспомнил этот момент, что я уже это переживал однажды. Но тогда я не понял, испугался и вызвал скорую, ну, чтобы мне как-то помогли, что-то сделали с этим, да. Скорая приехала, все прошло. Перед ними, да. Значит, а вот здесь все. Я понимал, что вот сейчас, если я должен играть, все, здесь уже все по-честному. Сыграешь, пройдешь, не сыграешь. Но я понимал, что... Потому что я видел тех людей испуганных, напуганных. Но я даже точно не знал, что там... Потому что попадаешь в такое пространство, а не умрешь ли ты, потому что ты поверил в смерть. Потому что я видел людей, которые в каких-то опытах умирают. И я видел также сумасшедших людей. Ну, с ума сошедших. Но я был готов. А еще, знаете, у меня была такая мысль, ведь я же сам нашел этого Богдана. Причем с меня не просили ни денег, ничего. То есть я ему сам говорил, давай, то есть живи, то есть вот он с нами жил, то есть мы будем тебя кормить, только давай вот это сделаем. И потом, когда это все делалось, я думал, вот я дурак, упал. Сам же, никто меня сюда не тянул. Ну, вот. Я понял, что если я сейчас вот сыграю, и все, я должен играть. И вот это все меня, ну, как бы вывело игра.
я улыбался и говорил, и вот когда я вспомнил про игру, я увидел улыбку сознания. Я увидел, что это все трюк, что все это иллюзия. До этого я сидел в ретритах многодневных, и вот тексты «Пустота», «Божественные иллюзии», они были написаны во время этих ретритов. То есть они просто шли, я писал. 30 дней я просидел в ретрите по 11,5 часов медитативного. Поэтому, конечно, ну, если говорить обо мне, то классически я перепробовал многие вещи. И, допустим, я в прошлом году ездил в Окунёво, и такие люди, как я, мы встречаемся, мы видим друг друга, там по запаху замечаем, кто откуда, как, и, ну, как бы... И вот один мне говорит, ну да, я вижу, что ты уже прошел и Крым, и Рым, в общем, ну, то есть, как бы... И вот, вот эта вот честность, она всегда помогала не натянуть вот эту маску самообмана и не запутаться еще больше. Почему? Потому что на самом деле вот эта маска самообмана и самообманывания, она запутывает и очень сильно отягощает, приводит к еще большим страданиям. Честность всегда приводит к освобождению, к легкости. И вот, знаете, как бы... После вот этого опыта, когда я все-таки смог принять вот то, что вот этот охранительный страх смог, я вот прямо чувствовал, что как будто бы я вот, ну, это образно так вот, туда, куда никто не может, я туда перешел. Потому что после этого, конечно, вот была вся история с Омегой, эти 2 года, у него был рак, и для меня Омега на самом деле был очень большим учителем. Несмотря на то, что вот я его сын, но после каждого сеанса, который мы с ним проводили, я все время говорил, так, это же наоборот, он меня учит. Потому что на самом деле он все время мне показывал мою внутреннюю суть. Вот это моего внутреннего карлика. Потому что я в нем его очень хорошо видел. А в себе... Ну, как-то в себе он не замечался. Вот это вот слепое пятно, и Омега мне показал. Причем, знаете, вот уже после этого переживания, когда Омега уходил из тела, я же держал его за руки, он очень сильно боялся вот в этот момент. То есть карлик там снова овладел им, но он смог разотождествиться. И вот в последний момент, когда он сказал, я скоро ухожу, я увидел отчетливо, как он сдался. Вот я не могу это, потому что я его очень хорошо знаю, вот эти вот. И я еще не сдался в тот момент. Вот моя сдача еще не произошла. И вот я реально ощутил, что... Потому что я его направлял туда и требовал от него честности. И сам... После этого самообманываться я никак не мог, потому что я понял, что это вот знаете, как мы стояли около вышки, там, ну, 10-метровой вышки, кто первым прыгнет, в результате прыгнул он первый. Ну, а я ему рассказывал, как надо прыгать, там, все такое, учил его, хотя сам не прыгнул еще, да? Первым он прыгнул. И я вот остался на этой вышке, смотрю, он прыгнул. И что же делать-то? Что же делать-то? Самому прыгать тоже надо. Да, и вот буквально года не прошло, я тоже прыгнул. Причем, когда я сидел вот у Шри Бхагавата, я очень четко чувствовал свою силу, потому что там сидели ребята, вот они сейчас, мы по Фейсбуку общаемся, очень немного людей на самом деле, потому что он не создает энергетику. Ну, вот, очень популярны обычные мастера, которые, в том числе, наверное, к которым буду относиться я, потому что я делаю энергетику. Видимо, потому что я много медитировал, у меня это как, ну, как просто сопутствующее, что-то такое. Но от Шри Бхагавата не чувствуется абсолютно никакой энергии, там, какой-то, знаете, вот, вибрации, там, любви, там, ну, или вот что-то типа, как вот делают некоторые мастера. Абсолютно ничего такого нету.
И вот последняя ступень – это сдача. То есть ты абсолютно никак не вмешиваешься в реальность. Сдача, ну то есть неделание. То есть неделание – это не означает, что сидеть на месте ничего не делать. Неделание означает не вмешиваться в то, что происходит. Не вмешиваться. И вот, знаете, все сидят и... Ну вот, а вот если вот здесь вот немножко там... Ну а вот если вот, ну вот так вот... И некоторые ребята ездят годами к нему. Со мной это произошло в первый день, в первую встречу. То есть все. Но я чувствовал, что я готов. Это вот ну, такая уверенность и вот это ощущение собственное. Ну вот уверенность, что ты можешь прыгать. Все. Ты можешь прыгать, ты умеешь. Ты знаешь, что ты не повредишься. Ты как-то... И это произошло. Причем... Я вот, как и многие из вас, я читаю сейчас вот на ВКонтакте, на Фейсбуке, Mail.ru, очень многие же посты выставляют, ну там вот, вот эти вот, какую-нибудь красивую картинку и текст какой-нибудь. Причем очень много текстов таких заблуждающихся о том, что эго исчезнет, никуда оно не исчезает на самом деле. Потому что те, кто просветлели, они продолжают жить в теле. Чтобы жить в теле, нужно эго управлять этим телом. Но вот, и вот, вот это эго чувствовало уверенность. Чувствовало уверенность, что да, я могу сейчас, я это сейчас делаю. Только вот все совпало в тот момент, все совпало. Моя готовность, место, мастер, ну, окружение, все совпало, и это произошло. Но потому что эго продолжало быть, я не мог поверить. Неужели это так просто? Ну, то есть, и как бы и все закончилось. Ну, вот. Я долгое время как бы подтверждал себе, что ну, действительно ли это произошло. Я поехал, уединился на 10 дней вот, в медитативном ретрите, что, а может быть, мне все-таки нужна еще медитация. Потому что сейчас я не могу долго медитировать, чтобы, знаете, сесть. И раньше я часами мог днями сидеть и медитировать. Ну, вот. Помнишь, Нежа, вспоминаешь вот, вот эти индивидуальные ретриты? Меня выбить из медитации, я в любом положении мог медитировать. Но вот после этого просветления, чтобы сесть специально и медитировать, для меня это что-то очень архинеестественное. Ну, то есть, потому что все есть медитация. А вот чтобы специально сесть и медитировать, иногда происходит, вот я просто замечаю, что тело так садится и ну, просто как бы это отдыхает, наверное. Почему? Потому что у меня была тоже иллюзия, что вот ну, после как бы, вот этого освобождения, я никогда не буду уставать. Почему? Потому что, вот, допустим, раньше, когда я работал как психотерапевт, ну, принимал иглотерапевт, я очень сильно уставал. Вот если люди уходят, особенно вот если ну, там, какие-то там, проблемы или вот что-то такое. Уставал и думал, ну, что вот если ты будешь идеальным, ты никогда не будешь уставать. Нет, на самом деле тоже устаешь. На самом деле устаешь. На самом деле все нужно делать точно так же, как и обычный человек делает. Меньше устаешь. Ты опять дуалист, да? Меньше, больше. Меньше. Ты лучше? Понимаете, вот, вот это освобождение и просветление, оно не связано с ну, вот этим поиском, что вы будете жить лучше, ну или хуже. То есть это не в этих разных дуальности. И это эго вас будет всегда направлять по этому пути, ну вот по этому ложному пути, что должно быть лучше. На самом деле все прекрасно прямо сейчас. Ничего абсолютно не надо менять. Но то, что желает вашего изменения, должно сдаться и принять эту реальность такой, какая есть. И все пути на самом деле ведут именно к этому. Они ведут к тому, чтобы перестать пытаться приукрашивать реальность, навязывать ей свои правила и ну, по сути, я еще был в студенчестве, помните, вот актер, который играл Бабу-Ягу, это же мужчина играл, он был алкоголик.
И я в каком-то журнале прочитал, что он тогда еще, когда я вообще ничего не понимал, что даже слово «реальность», я такое слово, ну, как-то не употребляли. И вот он написал, что я пью, потому что алкоголь — это для меня способ примириться с реальностью. Да? И по сути, ну и вот то, что я пил раньше, употреблял алкоголь, это тоже был способ примириться с реальностью. И на самом деле, вот Шри Бхагават, когда его слушаешь, вот тот мой последний мастер, для него это очень просто. Вот, ну, это как вот, что такое вот просветление и как к этому прийти. Для него это, ну, это очень просто, это как-то банально. И он об этом говорит каждый день, потому что все укладывается только в одно. Все есть так, как есть. Ничего менять не надо. Нужно принять и нужно вот ни с чем не спорить. Если вы проявили гнев, не спорьте с этим гневом, пусть будет гнев. Если вы выглядите глупо, не пытайтесь себя исправить. Пусть будет глупо. Ну, то есть, если у вас проявилась какая-то тенденция, которую вы воспринимаете как нехорошая, не боритесь с тем, что это проявилось. Потому что на самом деле в духовном мире и вот эти духовные вещи, они как раз только этим и занимаются, что поправляют себя. Все время поправляют свои проявления. Ох, здесь я буду, ну, там. Вот эти, ну, я, конечно, не шел вот этим путем, путем этих, как в буддизме, эти правила, там, не обманывай, ну, что-то там еще есть такие правила, да, там, не убивай. Мы как-то в Москве убирали территорию. Я служил, кстати, ну, вот, о служении, мы говорили, да, что это часть практики разотождествления с эго. Я служил, мы убирали территорию, и вот граблями, это осень, весна была, мы собирали вот эти листья опавшие. Ну и потом у кого-то появилась идея поджечь, ну и сжечь костер. И кто-то произошел, как, там же столько много существ, мы же их убьем. Ну то есть вот для кого-то это действительно трагедия сделать это, совершить. Ну то есть не могут, потому что правила есть. И, ну, люди действительно живут согласно этим правилам. Там комары кусают. Это, знаете, вот про буддистов говорит, я являюсь...